Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать, и мы продолжаем с вами играть в игру Крэкс. Остановились мы на том, что в прошлой серии за нами охотились какие-то монстры в пальто. Если что, прошлую серию я записывал почти 2 недели назад, так что... Ага, давай-ка сейчас прогуляемся туда. Так, да, вот тут как раз был этот чувачок в пальто, давай посмотрим, где он. А, ну вот он, в принципе. Угу, все ясно. Так, хорошо, давай перепрыгнем. Значит, нам нужно идти все-таки наверх. Погнали. Так. Ага. Вау. Офигеть, да тут все живое. Он нас преследует, прям какие-то живые. Очень странные. Так. Вообще какие-то странные вещи нас преследуют. Так, окей, погнали. Посмотрим, что за картина. Так, тут что-то... Ага. Давай посмотрим. Так, прикольненько. Ну, вполне себе тут анимации не так много. Были и картины, конечно же, более позамысловатей. Так, ну хорошо. Значит, нам надо как-то спуститься вниз, да, я так понимаю? Так, вот выключатель. Ага, так, тут как раз этот чувачок. Стоп, давай-ка сейчас... Ага, сейчас, короче, его немножко вот так направим. Вот, короче, эти чуваки в пальто, дорогие друзья, они нас могут убить. К ним лучше не подходить, но прикол этих монстров в том... Этот монстр умеет смеяться, офигеть. Так вот... Прикол этих монстриков в том, то, что они повторяют за нами все движения. Так, подожди. Давай-ка так. Сейчас вот так переключим. Так, подожди. Сейчас еще вот так отойдем тогда. Опа! Все, отлично. Подожди, стоп. Что-то пошло не очень по плану. Так. Вот сейчас вроде должно пойти по плану, да? Так, стоп. Блин, мне нужно этого чувака как-то вровень направить, понимаешь, чтобы он как бы попал на эту табуретку, вот, типа, ну, на это плато и, типа, открыл нам проход. Но, опять же, тут они, блин, главный герой не может прям дойти до миллиметра. Вот тут, ай, ну, прям вообще капец. Так. Угу, так, не получится, да? Подожди, а что будет, если спуститься? Так, во! По сути дела, смотри, должно сработать сейчас. Так, вот это другое дело, все. Отлично, так, спускаемся. Ну, вполне себе загадки тут более попроще стали по сериями с прошлыми сериями, потому что в прошлых сериях я прям вообще тупил. Так, хорошо. Тут у нас что? Ага. Какие-то ноги скелеты висят. Так, что здесь? Ух ты. Какая-то живая картина. Так, поехали. Что нам здесь надо делать? Так. Стоп. Ага. Мы типа за ним движение должны повторять. Так, хорошо, давай сюда. Так. Так. Стой, подожди. Я надеюсь, я все правильно делаю, дорогие друзья. Так. Так. Так, отлично. Окей. Так, стоп. Еще батл, да ё-моё. Так, хорошо. Подожди, может нам надо как-то вместе это все проходить? Так, подожди. О, получен достижение танцор. Чё с этим чуваком происходит? Он прыгает как сумасшедший. Все отлично, хух. Короче, нам надо было все это вместе как бы скомпоновать, ну, в принципе, окей. Сделали так, погнали дальше. Вот опять же, дорогие друзья, мне очень нравятся вот эти живые картины, так как они
делают паузу, именно дают какой-то глоток воздуха в плане загадок, потому что сама игра — это один большой квест, где придется думать на каждом шагу, а вот эти картины в каком-то смысле нас расслабляют. Так, хорошо, можем спуститься ниже. Вау, тут какие-то, я не знаю почему, но тут какие-то египетские дела. Возможно, у них тут свой музей какой-то. Вау, так. Фараоны. Так, интересненько. Угу. Так, значит, там есть свет, да? Подожди, а что он включает? Что? Ну-ка, давай посмотрим. Ага, вот оно в чем дело. Так, ну хорошо, сейчас давай тогда подумаем немножко. По сути дела, если бы вот не было бы вот этой стены, я бы просто бы пробежал бы сюда и пододвинул бы вешалку. И все бы было бы нормально. Но это слишком легко для такого квеста, поэтому нам придется сейчас, дорогие друзья, хорошенько подумать. А, так, давай-ка сейчас вот здесь. Я не знаю, давай-ка сейчас его включим. В принципе, он, я думаю, нам никакого вреда не сделает, этот чувак. А, так, отлично. Кстати, дорогие друзья, вот я не знаю, возможно, мы близимся к финалу игры. Но все-таки я уже немножко чувствую, что будет скоро финал, скорее всего. А, и поэтому... Вот у меня такое ощущение, что... Так. Тихо, тихо, спокойно. А, поэтому у меня вот такое ощущение небольшое возникает, что вот скоро, возможно... А, так. Отлично. Я надеюсь, я все правильно делаю. А, что, возможно, скоро у нас будет уже финал через пару серий. Так, ну по сути дела я почти правильно сделал, так. Вот по сути, дорогие друзья, вот как вы можете заметить, внизу на полу есть клетки. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он сейчас стоит на седьмой клетке, вот этот чертик в пальто. И нам нужно восьмой. То есть, смотри, если мы спустимся вниз, то мы немножко сюда пробежимся, так. Мы типа его отведем еще на одну клетку. Вот так тогда. Я не знаю, возможно, сейчас получится. Хотя, блин, я не надеюсь на это. Хотя, блин. Подожди. Вот типа. Вот почему-то он встает через клетку. Я этого понять не могу. То есть, смотри. Вот вроде как так, но почти не так, но вроде как близко. То есть, если я вот так сейчас пойду. Так, окей. Сейчас, смотри, обратно. Я просто уже тут бегаю, наверное, минут 5, и я пока вообще понять не могу, что нужно делать. Вот, типа, может так сейчас пригнать, смотри. Немножко спуститься сюда. Вот он сейчас стоит на шестой клетке, да. Мы немножко перепрыгиваем сюда. Я немножко его отвожу на клеточку, вот так. Во-во-во-во-во, подожди, возможно, это так работает. Да ты гонишь, все, есть! Короче, нужно ориентироваться по клеткам, чисто вымерять траекторию. Я, конечно, это вообще в играх не люблю делать, но тут все-таки оно так работает. Окей, там внизу этот... Так, тут внизу этот... Тенец, так сказать, дудит. О, опять человек-труба пришел. Так, тут эта девушка-птица пытается... Ой, аккуратней. Пока очень не ясно, чё. А, он типа... Все понятно, он хотел сделать ловушку. Но... Это девушка-птица, так сказать... Вау, это еще кто? Это чё за... Это что, большой кот? Не, ну правда, на вид очень странно выглядит. Просто ухо такое, знаешь, кошачье напомнило. Так, интересненько. Хорошо, побежали сюда. Я так понимаю, мы должны как-то к ним выбраться, что ли, либо к ним прийти.
ты гонишь? Чё их так много? А чё этих чертил так много в пальто? Тарарарам-парам-пам-пам. Давайте станцуем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А чё их правда так много? Это очень пугает. Это правда их так много, что немножко пугает. Немного. Прям в рифму. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Стоп. Я так понимаю... Ага, нам нужно сюда спуститься каким-то образом. Вообще капец. Так, ага, одного мы, значит, забагаюзили, да? Хорошо. Так, ладно, поднимем сюда. Стоп, а как я его спущу вниз? Стой, не-не-не, он же меня сожрет, по сути дела. Поэтому, ладно. Сейчас тогда... Придется немножко сейчас обратно спуститься. Я так понимаю, они перегораживают лестницу, а мы должны как-то, что ли, наверх забраться. Я вообще не понимаю. Ребят, может, дайте мне просто пройти. Блин, нет, этот уже подготовился нас бить. Так, как-то это все очень опасно выглядит. Так. Все, я понял, походу мы должны их, типа, вывести. Типа вот так. Ага. Все, короче, сейчас будем по одному. Так, вот так, типа. Так, ребятки, дайте мне спуститься. Хорошо, не... Нет! Нет, не смей так делать! Блин. Первый раз показали касценку, где нашего главного героя не убили. Кстати, я тебе скажу, он типа начал подходить так прикольно, этот чувачок. Так, подожди, давай-ка сейчас смотрим. Ага. Так. Пустим так, я надеюсь, вы меня не сожрете тут. Все, вроде как, ага. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Блин, как-то это все очень опасно выглядит. Так, ну вроде как, смотри. Вроде как что-то у нас получается, да? Вроде как что-то получается, дорогие друзья. Это уже хорошо. Так, я так понимаю, смотри, мы должны вот этих чувачков тоже как-то вывести отсюда. Так, подожди, если я вот так спущусь, типа... Ага. Ну, по сути дела, вот я передвигаю его. Подожди, блин. Они, я просто посередине, прям как в замкнутом круге каком-то. Так, подожди. Как-то... Так, спокойно, не надо, не надо нападать. А, вот, смотри, куда мы еще можем прогуляться. Мы можем вот так. Отлично, вот, кстати, как ты можешь заметить, вот прозвучала такая музычка, типа ту-ду-дун-ду-дун. Значит, это уж точно мы делаем все правильно. Так, отлично. Хопа. Все, так, давай спускайся, главный герой. Я надеюсь, ты сможешь. Ага, отлично, все, до свидания. Я пошел вниз. Покедово, чувачки. Классная тема. Так, и тут нас встречает еще одна картина. Так, давай посмотрим, что здесь. Так, это как? А, дуэль. А. Окей, типа, злых белок надо убивать. Окей. Тихо, 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 подожди. Отлично. Так. Опа, я не знаю вообще, какими я управляю, дорогие друзья. Так, но вроде как методом тыка и подбора что-то очень хорошо получается. Так, отлично. Отлично, так, хорошо. Хорошо, так. Какая опасная тема. Так, стой, 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 опусти. Отлично. Вот это... Ай, какая-то злая тут белка. Так, отлично. Ну все? Ну скажи, что все. Да, ты куда еще больше-то? Куда еще больше? Так, я так понимаю, они к нам не должны дотронуться. Так, подожди. А тут какой-то вот... Ага, все.
Стоп. Так, отлично. Ну все, ну хоры уже, давай. Нормально развлеклись, все. Еее, все, получит достижение рассвет. А, так, и решили прикурить трубку. Так. Ну прикольно, я тебе скажу. Ничёшно так, ничёшно так. Все, прошли. Классно. Так, погнали дальше. Так, спускаемся вниз. И что же? Так, тут какой-то лифт. Так, я надеюсь... Вау. Офигеть, тут тоже придется как-то думать, я так понимаю. Так, хорошо, это вызов лифта. Так, мы можем поехать наверх, да? Окей. А, так, можем тут выключить свет, можем здесь включить, окей. Так. По сути дела, смотри. Ага, я тебя понял. Так, это опускает вниз, да? Подожди, а как мы должны пройти? Мы по этим штукам, что ли, должны прыгать? Или нет, или да? Я просто хз. Так. Подожди, вот тут. Очень странно и непонятно. Так. А где включается и выключается свет, по сути дела? Так, как-то вообще не ясно. Блин, на вид это все очень сложно выглядит. Так. Вот если бы я смог бы что-нибудь поставить... Ребят, я только что сейчас понял, что мы же можем обойти вот эту вешалку и просто ее, по сути дела, вытолкнуть. Но монстр нас не схватит, окей. Хорошо, первым делом есть так, спокойно. Так, тихо-тихо-тихо, спокойно, монстр. Так, отлично. Так, превратили его в вешалку. Так, теперь можем, значит, обойти это здесь. Так, подожди. И я так понимаю... Как-то, что ли, тоже вытолкнуть ее. Ну, по сути дела. Ты сможешь обойти? Не, типа, то узко. Так, ладно. Значит, смотри, зафиксировали мы первого монстрика. Так, теперь нам нужно как-то перепрыгнуть вот это. Ага, давай. Во, отлично, уже сохранка. О, так, аккуратно, аккуратно. Стоп. По сути дела... Так. Ну-ка, сейчас, короче, вот так постараемся приблизиться к нему. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так... Сможешь со мной проехаться на лифте? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Я только тебя хочу немножко превратить в вешалку, и не более. Так, спокойно, подожди. Раз, два. Тихонько-тихонько. Отлично. Так, теперь можно обойти вот тут, я думаю. Так, это как-нибудь вот сюда сдвинуть. Так, подожди. Вот, вот это, я так понимаю, подожди, стоп. Вот, вот так их поставить. Вот, по сути дела, я все вроде как правильно делаю, дорогие друзья. Но вот не хватает еще третьего, понимаешь? Не хватает вот здесь третьего, как бы, момента, чтобы вот... Это все дело работало. Правильно, вот. Так что, подожди. Может, как-то так? Ребят, я, походу, понял загадку. Смотри, эти должны монстры не вперед, как бы, идти, а именно, как бы, сзади нас должны находиться. Сейчас, короче, ты сам увидишь. Значит, тут расстояние в две клетки. Я тут посчитал вот... Вот эти плиточки на полу. Так, то есть смотри. Мы вот так идем, идем. Ну, по сути дела, смотри. Оно должно вот сработать таким образом, как бы... Вот, например, сейчас, смотри, вот мы вот так. Ну, как, к примеру, сейчас... Хотя нет. Ни хрена, блин.
Как бы я, по сути дела, понял, как именно оно должно срабатывать, но вот именно как правильно, блин, походу я не догадываюсь, да? Так, подожди. Так, по сути дела, смотри, мы просто сейчас прыгнем. Есть! Дорогие друзья, походу у меня все получилось. Блин, я потратил 20 гребаных минут на то, чтобы пройти просто вот этот этап. Ребят, с вас лайк, и если вы хотите, то подписывайтесь, конечно. Ну что, блин, это просто убийственно, капец. Фух, неужели мы это прошли, не могу поверить, блин. Просто капец, эти загадки отнимают дохренищу времени. Ну поэтому мы так и долго и проходим данную игру, потому что, ну вот... Данные загадки в игре очень сложны, прям как в игре Машинариум. Вот, в смысле, главный герой... А, книга! Блин, это книга, ё-моё. А я уж не понял, зачем ты тянешься, я тут это... Так сказать, рассказываю про то, какие загадки у нас, блин, трудные тут были. Все понятно, я уже забыл про вот эту книжку. Да-да-да-да-да. Так, ну погнали, продолжим. Все-таки интересно посмотреть, что там будет. Так, я надеюсь, только без таких загадок трудных. Ой, нет. Блин, опять пошла жара в каком-то смысле. Так, я так понимаю... тут медуза будет, ребят. Тут будет медуза. Так. Что я открыл? Ясно. Так, подожди. Я так понимаю... Ух, нихрена. Тут лицо большой мыши жует что-то. Так. Хорошо. Стоп. А где вот этот отключается свет? А, скорее всего, я должен вытолкнуть его. Сейчас, подожди. Сейчас мы вытолкнем. Так. Подожди. Опа, так, хорошо. Отлично. Так, ну-ка. Так, подожди. Вот так. Сейчас, подожди, вот так. Сейчас вот так. И вот так. Отлично. Так, все, постой, отдохни. Так, теперь нам надо как-то медузу эту вытолкнуть, я так понимаю, и направить вот туда наверх. Но сначала... Блин. Ладно, сейчас решим, короче. Главное сейчас вот... Тихо. Она ж нас не убьет. Тихо. Спокойно. Все, полетело. Полетела медузка. Так. Вот. Как раз ты вовремя. Вроде как по правильной траектории идешь. Так, отлично. Сейчас, короче, остается дождаться вот этого момента, когда она вот поймет, что нужно лететь как-то в другую сторону. Так, я надеюсь, сейчас все будет норм тут. Давай, лети, блин. Почему она мимо летит? Я не могу этого понять. Подожди, может как-то сейчас отключить? Так, подожди. А тут непонятно. Так, ну-ка, медузка, я здесь. Давай. Иди ко мне. Так, ну видишь, монстр на нас не реагирует просто так. Подожди, может, надо ее как-то вниз направить? По сути дела, к примеру, вот так. Так, давай-ка сейчас посмотрим. Так, непонятно. Блин, этот монстр ржет. Так. Хотя... все, я понял. Я понял, дорогие друзья. Мы должны сейчас, смотри, тихо, сейчас смотри, что сделать. Ага. Сейчас, короче, нам надо его, типа, сейчас мы вот тут спустимся, сейчас его вот заколдуем. Тихо, спокойно. Так, вот так. Ага.
Во! Так, прозвучал вот этот звоночек. Тихо, тихо, блин. Медузка, медузка, медузка. Так, спокойно, сейчас она опустится. Ага. Так, хорошо. Сейчас последние штрихи, дорогие друзья. Так. Опа, ну тут мы легко справились. Тут мы легко вообще справились. Так, теперь сейчас нужно вот этого монстрика как-то нам обойти каким-нибудь неведанным образом. Так. Так, подожди. Так, подожди, вот как-то... Так, отлично, все. Сейчас мы, короче, его уберем с дороги. Так, давай, все. Отлично, хух, проходим. Ну, тут быстро. Тут мы вообще быстро справились. Так, конечно, после таких загадок, ё-моё. Так, опять этот внучок дудит. Почему внучок, ты спросишь? Потому что тут, короче, этот... Дед есть, короче, еще. Дед Ворон. Так, тут эта девушка-птица. Так, тут человек-труба. Кстати, ты можешь заметить, капкан, и там вилка какая-то. Это очень угарно выглядит. Так. Она, короче... Типа, эта девушка не дает... Не дает этому внучку, так сказать... Убить этого монстра. Ну, блин, какой капкан может сработать по сравнению с этой лапой? Ну, это же просто невозможно. Это же просто кошмарный монстряка. Так. Ага, опять куда-то побежал. Так, хорошо, давай посмотрим следующую картину. Так, какие-то повара. Так, ну погнали. Так, что у нас тут? Какие-то... А, тут типа море продуктов. Офигеть, куча морепродуктов. Чё, прикольно сделали. Так. Ага. Все, отлично. Так, ну и давай напоследок, чё, поднимемся на лифте. Так, и куда же мы придем? Я хз. Но если будет сейчас какая-то головоломка, то я уж точно, блин, думаю, продолжу в следующей серии. Так. Так, чё тут? Чё это такое? Так. Окей. Не знаю, чё это? Так. Ага. Блин, всё, я понял. Мы тут играем за собачку, дорогие друзья. Так, подожди. Тут этот чувак прибежал. Блин, так. Стой, блин, интересная тема. Так. Блин, в шкаф превращается. Так, давай, давай, давай. Подожди, а как оно тут? Есть. Все, типа, прошли. А, следующая локация. Так, тут типа что? Раз. Ага. Там этот загорелся, тут этот. Ага. Ага, ну, в принципе, могли бы пройти. Тихо, блин, опять что ли сначала? Так, не, не сначала. Отлично. Так. Блин, этот зажегся, черт! Подожди, блин, это все-таки. Вот вроде, знаешь, вот вроде простая головоломка, но все равно, ё-моё, очень прикольно сделали. Так. Ага. Ага. Так. А, все. Так, следующая лока. Так, тут этот чувачок бежит. Блин, напоминает нашего главного героя. Мы точно так же вначале бегали от собак. Блин, это нечестно! Это нечестно, стой, подожди. То есть... Смотри... Да в см... Блин, я не успел даже, так. Давай, заводи шарманку. Так. Ага. Так. Раз. Два. Тихо. Ага. Есть! Прошли. Еще голову, блин, да сколько тут вы навыдумывали, так.
Так, о! Чисто, ребята, так сказать. Отлично, есть! С первого раза. Так, тут еще какая-то лока. Ага. Чисто на рандом будем, короче, с... Ага. Чисто на рандомчик, дорогие друзья. Так. Давай, последний фонарь. Блин! Это хитро и умно, блин. Сделали так. Погнали. Так, я вроде на середину вставал, да? Так. Ага. Тут такой трудный маневр, дорогие друзья. Блин, да ё-моё! Так, подожди, еще раз. Так, я так понимаю, это конец уже картины, да? Вот это конец, то есть мини-игры. Так, раз. Я не знаю, во! Так, отлично. Так, теперь на этот. Ага! Он меня так просто обхитрить. А, не, все, отлично. Так. А! Типа, он подружился с псом, никто никого не сожрал. Хороший мальчик. А чё, прикольная тема, так. Может, наш главный герой также с этими песиками подружится когда-нибудь. Да. Так, ладно, давай спустимся вниз. И тут наступает следующая загадка с псами и с этими двумя, блин, опять чуваками. Ну, я думаю, ребят, мы уж продолжим в следующей серии. В принципе, чё скажу, блин, сегодня было трудно и очень интересно. Были, конечно, и легкие моменты, да. Окей, возможно, через пару серий уже пройдем данную игрушку и посмотрим финал, потому что мне очень интересно узнать, что там за финал вообще у данной вот игрушки. Потому что я вообще не представляю, что за финал там может быть. Окей. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.